Популярный российский режиссер Федор Бондарчук и талантливая молодая актриса Паулина Андреева поженились. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в обстановке строжайшей секретности. Свадьба популярной пары прошла в старинном особняке 18 века в Санкт-Петербурге, откуда родом невеста. Торжество уже назвали самым загадочным и таинственным. Сюда съехался почти весь московский бомонд. Среди гостей корреспонденты заметили директора СТС Вячеслава Муругова, режиссера Резо Гигинишвили, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Ксению Собчак и Константина Богомолова, которые сами поженились буквально на днях. Всего Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек. Большинство приглашенных остановились в пятизвездочном отеле «Европа». Звезд на черных микроавтобусах привезли в Юсуповский дворец на Мойке. На торжестве были показаны кадры регистрации, которая состоялась 1 сентября в Санкт-Петербурге в кругу 20 близких и родных для пары людей, пишет «Космополитен». Модератором свадьбы был Игорь Верник, который недавно отработал на свадьбе Собчак и Богомолова. Презент молодым устроил и друг Бондарчука Сергей Мазаев. Со своей группой «Моральный кодекс» он дал концерт. На сцене также выступили Светлана Лобода и Глюкоза. Невеста была безупречна. Она сменила за вечер два свадебных платья. Банкет молодожены провели в европейском стиле и заказали итальянскую кухню. Гостям был показан фрагмент программы «Кино в деталях». Тогда и произошло близкое знакомство Паулины и Федора. Это не могло не умилить гостей. Напомним, Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году. Режиссер развелся со своей бывшей женой Светланой Бондарчук после 25 лет брака.